Очень часто разбирают в школьном учебнике, ну не учебнике, точнее, в задачнике, когда вот проходит геометрию в 7-8 классе, эту задачу очень-очень любят давать. Взяли любой треугольник и одну его сторону отложили вот сюда, на прямой оси, а другую его сторону отложили сюда. Понятно? Задача. Скажите, пожалуйста, как вот этот угол выразить через угол бета? Угол ABC обозначает бета. Здесь ставим какую-нибудь там точку M. Угол MBA и CBK это же равноправный угол. MBA. С чего бы это взяли? Нет. Треугольник не взять, это на бет. Так ну, вы отметили, что равные стороны. Но я могу доказать, что... МА равно АБ. БС равно СК. Все. Тут уже разные. Пси. И тут, соответственно, угол 2 пси. Так, все поняли, да? С одного края, с другого края. Отлично. Дальше что? Угол МБК. Тот, который нам нужен. Угол МБК. Си плюс бета. Да. Си плюс бета плюс фи. Отлично. А вот теперь нужно понять, как связаны между собой фи, пси и бета. Как это проще всего сделать? Это практически сумма большого треугольника. Ну, конечно, есть треугольники МВК, вы с ним углу пишите. Да. Да. Это сколько? 180. А вот теперь смотрите, что вы должны делать. Вы должны из нижней строчки понять, чему равно фи плюс пси через бета. И подставить верхнюю. Ну, фи плюс пси это 180. Ну, пополам. Пишите. Пси плюс фи это 180 минус бета, деленное на 2. И теперь верхнюю строчку, продолжайте верхнюю строчку. Значит, равно 180 минус бета, деленное на 2, и плюс бета. И что же это будет такое? Смотрите, это будет 90 минус половина бета и плюс бета. То есть будет 90 плюс половина бета. Пишите равно. 90 плюс бета пополам. Все поняли? Да. Ну и что сложно? Не знаю, давайте. Так, все?